Формат встречи глава Ленинского района Валентин Милашевский с молодыми специалистами выбрал неофициальный. Именно это решение и поспособствовало созданию дружественной обстановки. От успехов и активности молодых людей зависит развитие района и города, потому здесь важен точечный подход к вопросу каждого, кто пришел на встречу. Планируем рассказать, какие есть льготы, скажем, по обеспечению жильем, по выплате, по постановке на учет и так далее, и так далее. Рассказать этот алгоритм. И сказать, что время идет, уже 2 месяца прошло, пора становиться на очередь, на жилье, пора определяться, что дальше буду делать, какие вопросы остались нерешенные. Ну, надеемся хоть узнать ту ситуацию, какая есть де-факто, и если есть какая-то возможность хотя бы минимально помочь молодому специалисту, не оставить его одного в море тех проблем житейских, которые навалились сразу после окончания учебного заведения. Молодежь могла задавать любые вопросы и получить ответ лично из уст главы района. Прежде всего, собравшихся интересовали вопросы получения жилья и улучшения жилищных условий. К 1 сентября на учительский пост заступили 75 молодых специалистов. Вероника Шманева – одна из них. По распределению девушка попала в 20-ю школу. Так как я являюсь не местным жителем города Бреста, для меня очень важно построить также и свою личную жизнь, не узнать про арендное жилье, как это, какие привилегии, естественно, касающиеся именно молодого специалиста. Такого плана мероприятий должны, естественно, проходить, так как я уверена, что тех у людей, которые только начинается такой важный жизненный путь, работа и также собрание молодых специалистов и встреча с главой района, это очень важно, так как могут подниматься важные вопросы как личного характера, так и касающихся работы. В ходе встречи Валентин Милашевский не только выслушал молодых людей, но и рассказал собравшимся о социально-экономическом положении района, главных достижениях и актуальных проблемах. А еще отметил, незамеченной перспективная молодежь не останется.